Доброе утро! И сегодня мы наше утро начнем с небольшой растяжки. Встаем на коврик, правая нога вперед, садимся вниз. Следим за тем, чтобы левая нога была максимально вытянутая. И начинаем пружинить низ бедра, опуская все ниже к полу. Раз, два, три. Остаемся. Опускаем левую ногу на пол, вытягиваем. Ходим назад, вводим бедра. Правая стопа сокращается на себя и начинаем опускаться вниз правой ноге. В данном упражнении мы растягиваем мышцы ног. Прячем плечо за коленом, держим. Следующее движение. Опускаемся вниз на полушпагат. Наверх вдох. И на выдохе опускаемся вниз на ногу. Шею расслабить, при этом опустить левое плечо как можно ниже к полу, чтобы два плеча оставались параллельно с полом. Вырастаем наверх. Руки уводим до стороны. Переводим. И ложимся через бок на ногу. Также держим. И поднимаемся наверх. Разворачиваем себя. Сгибаем правую ногу в колени. Так, чтобы у нас правое бедро осталось на полу. Левую ногу вводим назад. И левое бедро также доворачиваем вниз. Опускаемся вниз, максимально себя расслабить, вытянуть. В данном положении нужно продержаться примерно 8 счетов. Вытягиваемся наверх и перехватываем правой рукой левую ногу. И опускаемся вниз. Переводим правую ногу вниз. Отталкиваемся руками от пола, взгляд в потолок. Вниз опускаемся на предплечье. Поднимаемся на два колена, спина круглая. Дальше поднимаемся на обе стопы наверх. Шея расслаблена, руками перехватить ноги. Держим. И тянем себя ближе к ногам. Опускаем руки. Садимся вниз. Копчик опускается вниз, грудной клеткой достать до колен. И начинаем подниматься наверх. Голова вырастает последняя, очень медленно. Раз, два, три и на четыре наверх подняться. Данное упражнение мы делали с вами на правую ногу, также его нужно повторить на левую. И на этом мы заканчиваем нашу растяжку. Спасибо.